воины будут охранять вход, чтобы вы со сталкерами смогли проникнуть в храм. Да укроет тебя тень Тассадара, друг мой. Кто с нами, приветствуем? Пошли в контратаку. На наши войска нападают гибриды. Тебе удалось проникнуть в храм? Да. Однако вход в него запечатан. Похоже, талдаримы подозревают, что к ним вторглись. Мои тамплиеры сражаются с противником. Вам придется продвигаться дальше самим. Я постараюсь отслеживать ваши передвижения. Воины, мы должны прорваться. Судьба галактики в наших руках. Так, хорошо. Моя ноша непосильна. Эн-Арудин разжигал. Отправьте этих неверных в пустоту! Силовые поля. Нам придется использовать скачок. Секунды без боя. Я служу во имя Айура. Я следую своему призванию. Фотонная пушка может меня обнаружить, но доспех пустоты укроет нас от ее выстрелов. Новую способность выдали, надо же. Так, а где фотонная пушка? Не вижу. Айур возродится. Нет, замечательно так. Я голос затми. Моя ноша не пасит. Ты обращаешься ко мне? Я верен тебе. Слава перворожден. Бессмертный. Одного теневого удара будет достаточно, чтобы с ним справиться. Избавься от него, пока он не начал убивать твоих сталкеров. Честь ведет меня. Сердце тьмы. Меня ждет пустота. Шозак мокнул. Эн-Арудин разжигал. Талдаримы укрепили храм противовоздушными пушками. Зератул, уничтожь их, и я смогу выслать тебе подкрепление. Годится. Подкрепление.
здесь, среди теней. Эн-Арудин Разжакал. Судаш Салон. Гибрид. Один теневой удар, и с тобой покончено, чудовище. Ну, видимо, не один, но это так, к слову. Очень интересно. Айур возродится. Я ощущаю впереди наблюдателя. Он раскроет мое присутствие. Нужно обойти его стороной. Ты обращаешься ко мне? Раньше вроде показывалось. Что за дистанция? Ну ладно. Тихо, тихо. Да стой спокойно. Меня ждет искупление. Я, моя ноша непосильна. Эх, медленно реагирую. Да ё-моё. Так, минутку. Это исчезнет? Или нет? Да, это избыточно, но тем не менее потом восстанавливается. Ну, то есть, как бы сказать, он уменьшается до базового, но с учетом бонусного. То есть, может таким образом щиты восстанавливать им. Так, вроде бы нормально у них со щитами. Ну, более-менее. Пустота. Холод. Моя ноша. Не дайте неразиму пройти дальше. Я верю в тебя. Ты обращен. Похоже, впереди нас ждет еще одна пушка Талдаримов. Уничтожили еще одну пушку. Прекрасно. Мои войска уже в пути. Асан, это плохо. Блин, это плохо. Меня ж... Мы едины в своих стремлениях. Что противодействие? Блин, не понравились мне вот такие вот ребята. Их надо отдельно переключать, отдельно контролировать. Я зачастую просто не успеваю это делать. Будет исполнено.
Отсюда хорошо видно главный зал. Вероятно, там и находится Малаш. Вестник истины. Тираны не справились со своей задачей и позволили чужакам найти храм. Наш великий план в опасности. Не поддавайся страху, Малаш. Освобождение близится. Вскоре ваша вселенная будет очищена от страданий. Готовь свой народ к войне и жди моей команды. Будет выполнено. Амун ведет Талдаримов к войне. Мы опоздали. Надежда еще жива, Зератул. Это устройство. С его помощью Талдаримы общаются с Амуном. Да. Его уничтожение задержит войска Амуна. А у нас появится достаточно времени на то, чтобы предупредить Артаниса. Так мы и поступим. Чувствую присутствие темного прилата. Найдите его! Я изгоню демонов прошлого. Так, очень интересно. Шозак мог... Блин, опять. Ты чуть вперед. Я служу во имя Аюра. Так, я вы вот так. Непосильно. Попробую ударить по вот этому. Ты обращаешься ко мне? Суда, мощь избранных, да обрушится на вас. Да блин, не успел. Вот меня это бесит, просто я не помню, где на клавиатуре вот эта вот фигня находится. То есть я примерно помню, но каждый раз думаю промахнуться, потому что это Би-Ви, но рядом. Хотя, конечно, можно бы промахнуться и поставить им щит. Но вот говорю, вот это вот промедление каждый раз, когда я думаю, что сейчас не ту клавишу нажму, оно вот просто подставляет. Да ё-моё. Моя ноша не по силу. Ни секунды без боя. Истребить их! Залог. Меня ждет искупление. Нам очень повезло, что они решили в архонтов превратиться, вместо того, чтобы штормить. Уничтожил все нейтронные пушки, и теперь я могу выслать тебе остаток наших воинов.
Сражайтесь с честью, братья. Ай-яй-яй-яй-яй. Айур возродится. Эн-Арудин разжакал. Я служу во имя Айура. Слава первородному. Судаш Салок. Я чувствую здесь присутствие великой силы. Этот храм словно непосредственно связан с пустотой. Наконец-то мы загнали тебя в угол, Неразим. Алдаримы, истинный бог требует его смерти. Не подведите его. Я служу во имя Айка. Так, это сейчас ли мы его случайно прибили? Опять к достижению. Дело сделано. Талдаримы больше не смогут получать указания Амуна. Что-то происходит. Я чувствую сильный выброс энергии пустоты. Зератул, найди ключ, что дарует вам надежду. Тассадар? Как это возможно? Талис, мне было видение. Я нашел путь к нашему спасению. Я способен спасти вас. Я положу конец вашим страданиям. Амун разрушает храм. Мне нужно уходить. Меня забавляет, что Зератул так просто поверил. Ухитить, колотить. Уже в пути. Тебя. Да ё-моё. Меня на самом деле раздражает момент. Мне придется найти другой выход. То, что они периодически застревают где-то. Уцелел. Талис, я уже близко. Я служу во имя Айва. Скорее, Зерату! Я вижу, ты уже рядом. Да, он пытается. Я
К сожалению, здесь немножко неаккуратно все сделали. У нас нет времени, Зератул. Уходи скорее. Я задержу Талдаримов. Должен быть другой выход. Ступай. Немедли. И расскажи иерарху о том, что произошло здесь сегодня. Приму призвание. Народ перед тобой в неоплатном долгу. Зайор! Ну вот. Вроде как на этом пролог должен быть закончен. Великую жертву мы обрели надежду. Видение, неспосланное нам Зелнага, поможет предотвратить наше полное истребление. Я должен вернуться к своему народу. Они не одобрят моих действий, но я предстану перед их судом. Я заставлю их понять. Только Артанис, юный иерарх, может объединить наш разобщенный народ, пока гнев Амуна не захлестнул всю галактику.